29 июля, где-то примерно 22 часа вечера на 02 дежурной части нашего отдела поступило сообщение от некой гражданки, что ее дочь ушла в неизвестном направлении. Девочка 2006 года рождения. По данному сообщению был ориентирован личный состав, поднят по тревоге, ориентированы патрульно-постовые службы. Через пару часов девочку мы нашли, именно нашла следственная оперативная группа, и нашли девочку в кустах. После выяснения оказалось, что девочка обиделась на маму и просто обиженная ушла в неизвестном направлении. Я как мама, как инспектор хочу сказать, когда дети теряются и нас поднимают по тревоге, мы, бросая своих детей, ищем чужих. Сотрудники полиции просят, чтобы родители интересовались у ребенка, куда именно он уходит гулять. Оговаривали конкретное время, когда ребенок должен вернуться домой, и проверяли наличие у него сотового телефона. По сообщению о пропаже ребенка на ноги поднимают абсолютно весь личный состав полиции. Хотя порой оказывается, что ребенок находится недалеко от дома, он просто загулялся или обиделся на родителей. Не стоит забывать и о том, что на территории города действует комендантский час. В летнее время он вступает в силу в 24 часа, в зимнее в 22:00.